Отвечать на вопрос о личном отношении к спорту или нет? Я говорить о том, что я люблю спорт, это говорить о том, что я люблю лес, детей, погоду. Я воспитывался в спортивной атмосфере, занимался спортом, занимаюсь. И это я запустил в народ двустишие, которое знают все. А я дзюдо любил и до. И это правда. Вот, я даже комментировал бокс на российском телевидении однажды, несколько раз. Значит, и хоккей, возможно, я предпочитаю меньше, чем футбола, но как россиянин я вижу, каким драматическим полигоном стал российский хоккей. Потому что я-то помню времена, когда советский хоккей — это был бренд такой же, как советский балет. Это было благополучнейшее, обреченное на победу, но в лучшем случае на драму, на сериал «Игр с канадцами». Сегодня хоккей, с одной стороны, наш не ровен, с другой стороны, он, в общем, достигает мучительно каких-то высот, и духоподъемные создают события для российского народа, опять же, почти его национальные идеи. Я вообще ставлю его выше нашего футбола, с одной стороны, по потенциалу. Вот. Даже потому, как он востребован на Западе, что тоже отдельная тема. Если у нас футбол легионеры оттуда, то наши легионеры, так сказать, это питательная кровь для канадского, заокеанского хоккея. Вот. Но я считаю, что, ну, скажем так, понятно, что я болею, там, любя, может, хоккей меньше. Российский хоккей нам весьма не дает скучать. И за это, уже за это спасибо.